НПО «Энергомаш» отметил главный праздник – день рождения основоположника отечественного ракетного двигателестроения Валентина Глушко. В этом году в честь 110-летия ученого открыли мемориальную доску и отреставрировали монумент. Реконструкция проводилась в течение нескольких месяцев. Обновили колонну и бюст, а также благоустроили прилегающую территорию. Администрация городского округа, почетные гости, а также ветераны и сотрудники «Энергомаша» – более 700 человек пришли почтить память великого советского конструктора. На двигателях предприятия совершено много полетов с пометкой «Первые в мире». Работникам «Энергомаша» по праву есть чем гордиться. Сегодняшний праздник можно назвать нашим общим городским торжеством. На празднике была заложена капсула времени. Свои послания потомкам 2058 год 150-летия со дня рождения академика подготовили работники предприятия, их дети, ветераны, а также школьники и студенты. Это наше послание в будущее. Я не исключаю, что, может быть, те, кто через 40 лет его откроют, то, что там написано, им покажется все это наивным, но это наше понимание, это наша забота о будущем. Мы говорим о том, что не теряйте никогда связи с прошлым. На празднике отметили труды лучших сотрудников предприятия. Свои награды получили и ветераны «Энергомаша» за многолетний вклад в развитие организации. Мероприятие завершилось трогательным моментом. Сотрудники предприятия запустили в небо белых голубей. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.